Марджори Тейлор Грин публично извинилась за свои замечания в прошлом месяце, в котором сравнивала требования к ношению маскам COVID-19 и вакцинацию с нацистским Холокостом, в результате которого погибло 6 миллионов евреев. Демократы визжат от злости и не упускают ни одной возможности обвинить Грин. Она имеет активную позицию и критикует тех, кто лоббирует антиконституционные меры или поддерживает законы, направленные на лишение нас прав или способствующих политическим фальсификациям. Ее комментарии также были осуждены лидером республиканского конгресса. Да, я совершила ошибку, и это действительно беспокоило меня уже пару недель. Поэтому я определенно хочу высказаться публично. Сегодня днем я посетила музей Холокоста. Холокост – нет ничего сопоставимого с ним. Это произошло, вы знаете, было убито более 6 миллионов евреев. Более того, были не только евреи, чернокожие, христиане, самые разные люди, дети, люди, которых нацисты не считали достаточно хорошими или достаточно совершенными. А ужасы Холокоста – это то, что в некоторые люди даже не верят, а некоторые отрицают. Но с Холокостом нет никакого сравнения. И слова, которые я сказала, и сделанные мною замечания, которые, как мне кажется, оскорбительны. И за это я хочу извиниться. Just fine and very glad to be able to come out here and do that because I believe it's important. И да, я в порядке, очень рада, что могу приехать сюда и сделать это, потому что я считаю это важным. И я по-прежнему считаю, что принудительная маска и принудительные вакцины или паспорта вакцины являются разновидностью дискриминации. Я категорически против этого типа дискриминации. Я хотела бы сказать, что я полностью удаляю это утверждение из контекста Холокоста. Маски – это дискриминация, но нет никакого сравнения с Холокостом, и его никогда не должно быть. И это то, о чем я сожалею. Thank you guys so much. I gotta head up to vote.